Господь небес, вовек любовь твоя. Хвала тебе, Господь небес, вовек любовь твоя. Хвала тебе, хвала тебе, Господь небес. Иисуса Христа. Сегодня у нас праздник, последний день праздника Суккот, и который совпадает с праздником Симхат Тора. Симхат Тора – это радость Торы. Это праздник, символизирующий, вернее, означающий, что в этот день в синагогах заканчивается годичный цикл чтения Торы, и начинается новый годичный цикл чтения Торы, то есть по новой. Ну, наше изучение Библии не совпадает по времени с этим годичным циклом. Мы где-то уже впереди или позади, смотря с какой стороны смотреть. Вот. Но тем не менее праздник остается праздником евреев в Израиле. Народ радуется, народ в синагогах празднует, народ ходит, как обычно, на шашлыки. Несмотря на то, что в стране идет война, мир ожидает сейчас, как ответит Израиль Ирану на ракеты, на ракетный обстрел, который был некоторое время назад. Израиль медлит, дает, вероятно, возможность людям отпраздновать праздник. Несмотря на то, что в этот день, в прошлом году, праздник Симхат Тора, имеется в виду, который выпал на 7 октября, был самый огромный теракт в истории Израиля. Хамас напал, устроил резню возле сектора Газы, в израильском кибуце. Погибло огромное количество людей, и многие были взяты в плен, и до сих пор пленники содержатся Хамасом на территории сектора Газы. Мы молимся о них. Так что этот праздник обращается вот такими двумя вещами для нас, но все равно праздник остается праздником. Живущим нужно жить дальше и не прекращать нашего главного дела жизни. Главное дело жизни еврейского народа – это изучать Тору, это прославлять Всевышнего. Это быть ему свидетелями. Чем мы, собственно, сейчас и займемся с вами? Искать Господа, искать лица Его. Шалом, Лидия, шалом. Поклоняться Ему, прославлять Его. И сегодня, если Бог нам даст, позволит, мы будем читать дальше Тору, Библию.
заканчивая книгу «Исход». Тема нашего сегодняшнего общения – «Исход», 38 глава, «Внешний двор скинии, приближение к святости». Ну, как обычно, мы начнем с поклонения Всевышнему, с поиска Его лица, вхождения в сердца ко встрече со Всевышним. Сосредоточимся на Нем, оставим в стороне все мирские дела, пожертвуем это время Господу, принесем Ему жертву общительности нашей. Славляем мы Христа.
Господь, солнце правды, мир под крылом твоим. Ты, Господь, солнце правды, мир под крылом твоим. Адон Хагавот, Мелех Хамалахим, Шемеш Дагав. Воспевая Господу, мы восходим, как по лестнице Якова, по лестнице, соединяющей землю и небо, по которой снуют ангелы небесные. Когда мы начинаем петь в духе, ангелы тоже поют вместе с нами. В нас Дух Святой возбуждает в нас ревность по Богу и наполняет нас благодарением Творцу. Bye.
ушли и святость подарили. На праведность пошли и святость Божия. Жаль, что надо идти работать. Конечно, Лидия, надо работать. У нас в Израиле нам проще, у нас сегодня праздник, у вас будни. Ну, по мере возможности, конечно, свободное от работы время. Не забывайте воздавать Господу хвалу и поклоняться Ему. Потому что поклонение Богу – это то, за чем мы держимся за Него. Не только этим, конечно, но еще исполнением заповедей Его, молитвами нашими, которые мы можем совершать в течение дня и даже на работе. Но так, чтобы поклониться Богу, надо пожертвовать Ему время, чтобы ничто тебе не мешало, не отвлекало. Потому что жертва уст, а вот эти, это есть... Жертва времени фактически. Мы посвящаем это время Господу. Вот недаром эти эфиры называются «Время с Господом». Мы отдаем Ему тем самым наше уважение, дань уважения. И показываем, что наша жертва Господу, она стоит на первом месте. Что Бог для нас на первом месте. Хотя, конечно, в нашей жизни не удается постоянно о нем думать, как это должно быть в идеале. Мы только учимся этому. Мы только идем по пути освящения, как написано в Библии. Праведник пусть творит правду, а святой пусть освящается еще. Спасибо.
на тебя, Эль-Шаддай, 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 Эль-Ильон Адонай, единственный Господь святой.
Машиах долгожданный. Сменил на милость, ударил врага.
Напояй нас, Отец, радостью Твоею, укрепляй веру нашу, освобождай нас от тайных грехов наших, исцеляй наши сердца, Отец, исцеляй наши болезни, Господь, ибо в Твоем святом присутствии всякие оковы лжи, падают оковы сатаны, Ты выводишь нас на простор, на свободу, ибо где Дух Господень, там свобода. Ты решаешь наши проблемы, Ты Бог любви, Ты заботишься о нас, Отец, Ты
наполняешь нас страстью поклоняться тебе, исполняешь нас любовью твоей и верой. Эйд нефиш, Авхарахама.
болезнь убирается во имя Иисуса. Там на святой горе нет болезни, там на святой горе нету плача, там на святой горе царит радость, на твоей святой горе. Пусть всякий смуток, всякая депрессия во имя Иисуса убирается прочь. Пусть всякая болезнь во имя Иисуса убирается прочь. Там на святой горе свобода от угнетения врага. Там на святой горе вечная радость. Ожидает детей там твоих, о Господь, ты зовешь нас вверх, подниматься к тебе на небеса, отрываясь от земного притяжения, восхищаясь в небе духом своим. Thank you.
мои, говорит Господь благодатью моей. Очищай ты себя, говорит Господь благодатью моей. Несите ко мне, говорит Господь, раны свои. Всякая болезнь да будет исцелена у тех, кто обращается к Богу об отрыгах. Всякая болезнь да будет исцелена, щекеля. О, Господь, просит также за наших родных и близких. Ты укрепляй их, Ты вводи их во спасение Твое. Во имя Иисуса Христа Ты наполняй их радостью, миром и благодатью Твоей. Ты исцеляй их болячки, наши их болячки исцеляй. Прошу Тебя за Лидию Каинца и семью отдельно, Господи. Ты благослови их спасением Твоим, благослови сына Алексея, дочку Аллу, мужа Лидии Каинца, ее саму благослови, укрепи. Яви славу Твою, яви милость Твою, Господь. Совершается вашей немощи. Помните об этом, дети мои. В уповании на меня ваша сила. Я вывожу вас на пажити злачные, дабы вы напитались богатствами моего мира, моей благодати, моей радости, моего слова.
дабы обновилась внутренность ваша, обновилась вера ваша. Я наполняю вас, говорит Господь. Я даю вам радость, я даю вам силу для жизни, энергию жизни. Пользуйтесь моим духом, говорит Господь. Упивайтесь его, наполняйтесь им, воздевайте чистые руки ваши к небу. Воспевайте мне хвалу и поклонение. Аллилуйя. Я ваш утешитель, говорит Господь. Не приключится вам зла, если пребудете со мной, говорит Господь. В защите моей, в уповании на меня. Я даю вам песню свою, говорит Господь. Новую песню любви. Слава моя среди вас. Осе шалом бибрума. Лежат покрывало суеты, и мы, как слепые котята, не понимаем, что происходит и куда мы идем. Но поднимаясь к тебе, ты являешь нам славу свою, ты указываешь нам путь жизни, ты даруешь нам спасение, ты очищаешь нас, ты поднимаешь нас, ты исполняешь наши молитвы, Господь. Все совратились с пути, говорит Слово Твое, все мы хромающие, но Ты на Него возложил вину всех нас, на Твоего избранного Агнца, на Твоего Машиаха, который вознес наши грехи и
искупил их смертью своей. Ты, Господь, мы Тебя благодарим за избавление, за голгофские страдания, за смерть Твою. Открывается нам в этой смерти, и за прощение грехов, и за исцеление от болезни, и за укрепление нас в немощах наших. Ты даруешь нам спасение, Иисус. Царь, царь, ей, 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 ей
царь царей, восхваляем тебя сердцем полным хвалы, величает тебя душа, восхваляет тебя душа, прославляет тебя душа. Мы любим тебя, царь царей. Красивым.
мы переходим сейчас к чтению Слова Божьего. Отец, спасибо Тебе за поклонение, спасибо за Твое присутствие. Спасибо, что Ты восхищаешь нас, поднимаешь Духом к себе. Спасибо за то, что Ты исцеляешь наши немощи, наши болезни, наши и наших родных и близких. Спасибо за то, что Ты печешься о наших семьях, заботишься о наших жизнях, даешь нам все необходимое, и пищу, и одежду, и кровь, и пропитание, все-все, заботу, финансовую заботу. Спасибо Тебе за то, что Ты печешься о наших жизнях. Спасибо Тебе, Господи, за все. Ава, Ты заботишься о нашем здоровье, Отец. Ава, аллилуйя. Спасибо Тебе. А сейчас, Господи, пожалуйста, благослови наше чтение, наше проникновение в Слово Твое. Даруй нам все необходимое для понимания. Даруй нам новое откровение. Веди нас через этот эфир, Господь, Духом Твоим и Словом Твоим. И да прославишься Ты в детях Твоих. И да будет там открыта великая слава Твоя. О, Санна, Глория, Глория, Глория. Да поймем мы пути Твои, Господи. Просвети очи сердца нашего. Просвети наши души, Господь. Очисти, просвети их. Наполни нас своим богатством ведения, мудрости. Во имя Иисуса просим. Приступим, помолившись, приступим к Слову Божьему. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, словом, которое укрепляет нас, питает нас, наполняет нас. Сегодня у нас, аллилуйя, книга Исхода, 38 глава. И вот на протяжении вот последних глав Исхода Бог дает Моисею, Моисей записал строение скинии. И скиния вообще есть образ многого, образ нашего мира. Мы размышляли об этом в прошлые разы. Это и образ человека. Человек устроен по принципу скинии. Напомним, да? Скиния состоит из трех частей. И это образ нашего пути, нашего приближения к Господу и освящения. Итак, три части скинии. Это двор или внешний двор. Сегодня мы будем рассматривать, из чего состоит внешний двор, его детали, его символы, что они символизируют для нас, духовных людей. Скиния состоит из шатра, который стоял во внешнем дворе. Ну, внешний двор был по размерам примерно 50 метров на 25, или 60 на 30, как пишут еврейские источники.
сама скиния, сам шатер состоял с 31 метр длина, 15 метров ширина. И в этом шатре было две части – святилище и святой святых. Я напомню вам, что это символизирует. Внешний двор символизирует наше тело, святилище символизирует нашу душу. И святой святых, в который входил, имел право входить только один раз в год первосвященник, символизирует дух человеческий. В святом святых в этой скине находились ковчег завета. В ковчеге завета находились скрижали, которые дал Бог Моисею. Золотой сосуд с манной небесной и жезл Аарона воскресшего. И мы рассматривали, что символизирует в прошлый раз вот это святилище, дух человеческий, что это означает духовно, из чего состоит наш дух. Потом было святилище, это символизирует нашу душу, оно состояло из хлебов предложений, из миноры семисвечника и из жертвенника для воскурений. И, наконец, сегодня мы будем рассматривать внешний двор. На нем, на внешнем дворе, было две вещи. Это жертвенник всесожжения и медный умывальник. Сегодня мы рассмотрим их предназначение и что это значит для нас, новозаветных верующих, да, духовных людей. Ибо все это есть, как пишет апостол Павел, для нас символы. За символами кроется некая духовная реальность. Так, первый стих. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей шириной, в 5 локтей четырехугольной, вышиною в 3 локтя». Ну, локоть – это полметра, 50 сантиметров. Значит, длина была 2,5 метра, ширина 2,5 метра, вышина 1,5 метра. 3 локтя. Жертвенник всесожжения – это было такое устройство, ну, типа жаровни, шашлычницы, как бы мы сейчас сказали, на которую священники приносили жертвы. Но я кратко напомню, что человек не может прийти к Богу, приблизиться к Нему по той простой причине, что Бог святой, а человек грешный. Вот если кто захочет приблизиться к Богу, он не сможет. А если и дерзнет каким-то образом, подойдет к Богу, то он сгорит. Потому что все нечестие, всякий грех сгорает в его присутствии. Вот, собственно, потому Бог прячется от людей сейчас. Потому что если бы он открылся, мы бы все сгорели. И одна из главных мыслей сегодняшней темы — это то, что к Богу мы приближаемся постепенно.
как постепенно выходит на свет из темного пространства, из какой-то темной пещеры люди, которые долгое время прожили во тьме. Потому что если сразу им дать свет, вывести их на свет, они ослепнут. Зрение должно привыкнуть. Так вот, и мы освещаемся постепенно. И смысл нашей духовной жизни, он состоит в этом постепенном освещении, постепенном приближении к Богу. И как пишет Новый Завет, конец веры нашей, иначе говоря, цель нашей веры – освящение души. Когда душа наша будет освящена, то есть она будет готова к тому, чтобы Бог явил ей свою красу, и тогда она не сгорит, тогда она не ослепнет. А пока постепенно мы переходим из этого мира в мир духовный, в мир Божий. Здесь над нами светит солнце, а там, в мире духовном, солнцем является Господь. Не надо мне ни солнца, ни луны там. Духовный мир. И так скиния показывает нам путь приближение к Богу или путь освящения. Но я напомню, что святость переводится как, звучит как кодыш, отделенный от Бога. Кадуш святой означает отделенный от Бога. Потому что все, что в этом мире оно пребывает, оно как бы не отделено для Бога, оно погружено в мир. А чтобы отделиться, надо выйти из этого мира. Ну как мы можем выйти? Только когда мы умрем, да? Мы уходим из этого мира, но для верующих Бог приготовил вот эту скинию, этот храм, этот ковчег, благодаря которому мы можем, еще пребывая в миру, постепенно освещаться, то есть становиться все более независимым от этого мира, а зависимыми от Бога. Вот почему, когда человек приходит к Богу, он должен воспринимать это только как начало пути. Потому что многие верующие приходят к Богу и думают, все, я пришел к Богу, обратился от своего неверия, сделал чуву, да, и все. Я уже сделал главное дело своей жизни. Нет, это только начало, друзья. Дальше следует освящение. Это правильно, и тогда, когда человек постепенно, ему Бог постепенно открывается, и тогда, когда Бог, человек в один день рождается свыше, как это у протестантов принято, встречается с Богом и получает сразу колоссальное откровение. Вот Бог, Бердяев об этом пишет, что в ортодоксальных церквях, православных, католических, и вот и у евреев, а оно как-то было принято постепенное. Нет резкого перехода из неверия в веру, а оно открывается постепенно. А у протестантов наоборот. Человек получает на момент рождения свыше, откровение от Бога, Бог ему является. И то, и другое правильно. Вот у меня, например, в жизни Бог явился ко мне резко сразу. Я получил колоссальное откровение от Бога, и я даже был восхищен Царство Небесное, духом, телом оставался на земле. Мне многое было показано. Я увидел силу Божьего Царства, явившегося на землю.
То есть вокруг меня было такое, как бы некоторое пространство. Я ходил по земле, но каждый день со мной случались чудеса. Это было уникальное, уникальное состояние. Потом через полгода оно закончилось. Бог как бы медленно опустил меня на землю, о чем я стихи написал, да? Он отвергает брагу помутнений тупых. От напряжения голов он пьет вино, как веру песнопений из раскаленных пересохших ртов. Он одаряет чудом, как сосудом, до времени стоящим наверху, как будто тебя кормят манной с блюда, и не поймешь, за что и почему. И я пою, и чудо воскрешения вошло в меня, как в кожаный мешок, и стал хмельным я от благодарения, и легким от восторга, как пушок. И мягко опустился я на землю, чтобы принять назначенный удел, и тихо растворился в повседневном и, кажется, немного оробел. Вот такие стихи я писал в период своего обращения к Богу, что было 30 лет назад. Я резко, Бог мне сразу резко открылся, показал. Но потом он опять меня опустил на землю и сказал мне: вот я тебе показал на практике, к чему ты должен стремиться. Вот теперь ищи мое царство. Ищи его каждый день. И следуй за мной. Поэтому многие верующие, которые пришли к Богу, даже вот так резко, как я, и подумали, что все уже, это конец, нет. Ваша душа еще не освящена. И вот я вспоминаю, когда я пребывал в этом первом моем, в состоянии первой любви к Господу, в состоянии моего обращения, я смотрел на людей полных любви, девушки смотрели на меня, видели такую любовь чистую, у меня не было ни одной похоти тогда. Они краснели, отворачивались, им было стыдно, они видели эту любовь. И они, наверное, думали, что это такое о себе, а это во мне была такая Божья любовь. Ни капли похоти, ни капли грязной мысли. Но однажды все-таки я осудил одну девушку. Я рассказывал об этом, сейчас расскажу, и это нужно для нашего сегодняшнего чтения, для понимания. Пребывая в этом состоянии возвышенном, духовном, Царство Божьего, я ехал однажды в автобусе, я сидел в задней части автобуса, как забежала девушка на остановке, попросила меня, тяжело запыхалась, и попросила меня купить ей билетик, дала мне деньги. И я, не задумываясь, взял эти деньги, пошел, купил ей билетик. Но когда я возвращался через весь салон, меня закрали сомнения, и меня закралось осуждение этой девушки. Я подумал, вот как так? Вот молодая девчонка просит старшего в два раза ее человека сходить ей за билетик. Я ее осудил. И тут же, осудив ее, я упал, как подкошенный, в проходе между креслами. Я не споткнулся, ничего, я просто упал. У меня как бы ноги сами подкосились. И потом я встал, отнес ей билетик и сел, и стал думать, а что произошло, Господи? Что со мной произошло? И я понял, что я ее осудил. Каким судом судишь, таким будешь осужден. Дело в том, что в Царстве Божьем нет суда. Там милость превозносится над судом. Там нет осуждения никому. И естественно, когда я ее осудил, я запачкал, как бы духовно говоря, свои брачные одежды. И меня попросили
из этого царства. Насколько там святое, святая жизнь. Без святости, пишет Библия, никто не увидит Господа. Насколько там свято. Я теперь понимаю, почему Бог меня опустил на землю обратно. Так бывает со всеми, со многими, со всеми. Для того, чтобы мы освящались. Одно дело дар. Ты принял жертву Христа. Бог простил твои грехи и поднял на высоту, пригласил к себе. В этом не было твоей заслуги. Это был дар, дар праведности. Дар благодати, благодатью мы спасены, сие не от дел наших, а через веру. Божий дар. Но нам нужно трудиться. Царство Божьей силы берется, когда мы на земле, и мы освящаемся. Вот в этом плане нужно пройти путь освящения. Святой да освящается еще. То есть мы, наша, цель нашей земной жизни подготовиться к вечности, к Царству Божьему, осветить душу свою. Сделал жертвенник всесожжения из дерева сетим. Вот жертвенник всесожжения, который стоял на внешнем дворе, перед тем, как человек должен был взойти в шатер, в скинию, в душу, заняться освящением души, он должен пройти жертвенник всесожжения, на котором приносится жертва. И так человек не может сам своими силами осветиться. Простить грехи. Себе-то человек может простить свои грехи и оправдать себя. Но он не может перед Богом оправдаться. Почему? Потому что по закону без крови не бывает прощения. Без жертвы, крови жертвы не бывает прощения. Потому еврей должен был приносить за всякую свою жертву, за всякий свой грех жертву, которая сжигалась вот на этом жертвеннике всесожжения, который стоял на внешнем дворе. Вначале нужно принести жертву. И вот мы сейчас поем, делаем жертву Господу, это называется бескровная жертва. Этой бескровной жертвой мы не можем спастись. Она угодна Господу, но мы не можем спастись. Для того, чтобы спастись, нам нужна жертва из крови. Это ведь Тора пишет, что без крови не бывает прощения. И вот этот жертвенник всесожжения есть для нас символ креста. На кресте Христос приносит за нас жертву. А мы на кресте приносим свои жертвы Ему, сораспинаясь Христу. «Всякий, кто хочет следовать за Мной, — говорит Иисус, — отвергни себя ежедневно, возьми свой крест и следуй за Мной». Крест в духовном понимании – это место, это жертвенник, место, где человек, мы распинаем своего ветхого человека. Мы состоим, да, из тела, из нашей души, из духа. Тело наше, оно не наследует Царство Божьего. Тело, кровь и плоть не наследует Божьего Царства. Небесного Царства. Когда Царство Божье Небесное спустится на землю, мы войдем в Него с телами своими. Бог там даст тела. Новые тела. Но пока мы освящаем нашу душу и дух. И созидаем наш дух по Слову Божьему. Вот так оно обстоит дело. И естественно, когда наше тело подчинено
нашей душе, которая освящается, а душа наша подчинена духу, который созидается по Слову Божьему, естественно, тогда и тело наше не грешит, оно освящается. Хотя оно и не наследует Царство Божие. Другое дело, когда человек неверующий, он живет похотями тела, он живет в грехе, он не освящается. Его душа подчинена телу, его дух подчинен телесной жизни, душе и плоти. Он, может быть, вообще находится в мертвом состоянии, непробужденном. Итак, два предмета находились на дворе скинии. Это первый предмет, это жертвенник, на котором приносилась жертва. Прежде чем войти в скинию, в святилище, человек должен был принять кровь жертвы, принести жертву, принять кровь жертвы. Для нас, христиан или мессианских евреев, верующих в то, что Иисус, Иешуа есть Машиах, Он есть жертва, принесшая себя на жертвеннике на кресте. Мы применяем Его кровь к себе, и Бог ради Него, ради Его жертвы прощает нам наши грехи, ради Него. Итак, и сделал роги на четырех углах жертвенника, так что выходили роги, обложил его медью. Роги нужны для переноса. И сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы, все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди по окраине его вниз, внизу до половины его. И сделал четыре кольца, вот на четырех кольцах вернее, не на рогах, а на кольцах, в которых вдевался шест, его переносили. А роги — это возвышения такие, да? Рог, как бы главная часть. И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов. Шестой стих. И сделал шесты из дерева ситим, из которой был сделан жертвенник, обитый медью. Ситим – это акация, дерево одновременно твердое и в то же время мягкое. Твердое в том смысле, что оно прочное. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри, из досок сделал его. То есть жертвенник был пустой внутри, ну там решетка была, чтобы было место для жертвы, естественно. Итак, жертвенник символизирует крест, а жертву для нас символизирует Иешуа. Для нас является жертвой Иисус Христос. Вот сейчас евреи говорят о том, что храма нет, мы не можем приносить жертвы, поэтому Бог прощает нас без принесения жертвы. Но они там пытаются что-то петуха в жертву приносить, курицу вращают над собой. Но это смешно, честно говоря. Евреи сейчас без жертвы. Почему? Потому что им закрыто пока, кто есть Машиах. На них лежит покрывало Моисеева, и оно скоро должно открыться. Заканчиваются времена язычников, начинается время Израиля. Заканчиваются времена церкви, начинается, открывается времена для Израиля. Вот почему церковь должна примкнуть
к Израилю. Так оно и есть по Библии. Дикая маслина должна привиться естественной, культурной маслине. Итак, 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход в скинию». Вот здесь, в этом переводе, это синодальный перевод, не написано. Очень важная деталь. Но в других переводах она есть. Ну, в частности, вот новый русский перевод. Давайте посмотрим. Восьмой стих. «Он сделал бронзовый умывальник с бронзовым основанием из зеркал женщин, служащих при входе в шатер собрания». И в оригинале на еврейском языке, и на древнегреческом, и на греческом языке тоже присутствует слово «зеркало». Зеркала, мороты. Морот. Зеркала эти были сделаны из тонкой меди и отполированы так, что было видно отражение. Эти зеркала, очевидно, взяли с собой женщины еще в Египте, когда исходили из Египта. И здесь для нас очень важный символ. Почему умывальник сделан из зеркал, из меди? Потому что священник, прежде чем зайти в скинию, он должен был принести жертву. Сначала следовал жертвенник всесожжения, и потом он должен был подойти к умывальнику, который стоял перед скинией собрания, и омыться. И когда он умывался, он видел свое отражение. Что это значит? Об этом, кстати, пишет апостол Яков. Апостол Яков пишет вот о чем. Я вот сейчас зачитаю. Это первое послание, послание Якова. Первая глава. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и сейчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Итак, о чем это, друзья? На самом деле, путь освящения, он состоит как бы из двух частей. Это из исследования Писания или из исследования закона, требований закона и исследования самих себя. Как и пишет Новый Завет, исследуйте себя, вере ли вы, исследуйте себя, исследуйте Писание. И что происходит на самом деле? Человек, исследуя Писание, исследуя закон, изучает правила поведения. И по этим правилам поведения
он рассматривает себя, он производит анализ своего поведения. И то, что не соответствует закону или Писанию, он исправляет через покаяние. Он кается в том, что он не соответствует Писанию, не соответствует Духу Писания и Букве Писания. Он кается, это есть грех, это несоответствие закона с поведением человека. Грех есть нарушение или преступление закона. Вот для чего верующему нужен закон новозаветному, потому что сейчас очень распространена ересь о том, что закон нам не нужен. Новозаветному христианину закон не нужен. Друзья, закон не нужен только для... Не нужен в том смысле, что мы не должны, мы не оправдываемся законом. Мы оправдываемся верой в искупительную жертву. Мы оправдываемся благодатью, мы спасены. Когда веруем во Христа, Бог дает нам благодать, которой мы спасаемся. Но закон нам нужен для того, чтобы знать, исследовать себя. В вере ли мы находимся, поступаем ли мы правильно, потому что написано, кто во Христе, пребывающий во Христе, тот не грешит. Если мы согрешаем, нам нужно бежать ко Христу, каяться, и Бог будет прощать нас и исправлять нас. Конечно, с нашей помощью. Вернее, мы исправляемся с помощью Божьей, так правильно сказать. Вы понимаете, вот это зеркало, умывальник, в умывальнике была вода. Вода символизирует Слово Божье. Мы смотрим в Слово Божье, мы очищаемся Словом Божьим, но мы смотрим также на свое лицо, на свое поведение, что нам нужно исправить. И вот это ключевой момент, друзья. Перед тем, как войти в скинию собрания, в душу, а в этой скинии собрания, напоминаю, находились три предмета: минора, светильник. Когда мы омываем душу, очищаем ее, свет Божий просвечивает через нашу душу. И мы тогда можем воспевать Господу, приносить Ему фимиам молитв, фимиам поклонения, потому что в этом святом святых находился, напомню вам, жертвенник для воскурения, для принесения воскурений. И стол для хлебов предложений. Мы можем свидетельствовать уже очищенные, освященные. Можем молиться, можем свидетельствовать. И свет Божий через нас, когда наша душа очищена, через нас виден Божий свет, Божья благодать. Поэтому обязательно, друзья, на внешнем дворе перед входом в святилище человек должен принести жертву, принять жертву Христа, в данном случае, принять Его кровь, быть окропленной, как жертвы, на жертвенник, жертвенник кропили кровью жертву и сжигали на нем жертву. Принять Христа и умыться водой Слова Божьего. И сравнить свое поведение с законом, со Словом Божьим. Вот для чего нужен закон. И то, что я вижу, например, вот сейчас среди христиан и в себе самом. Преступление закона, то есть грехи, но люди, не знающие закона, даже не ведают того, что они согрешили. И они могут находиться в обольщении,
переставать слушать Духа Святого, который сигналит тоже о грехе, совесть, перестать слушать совесть, уговаривает, убаюкивает свою совесть, живут во грехе. Ну, к примеру, человек живет в сребролюбии. Или человек живет в ненависти. Вот сейчас война, да? Человек ненавидит своих врагов, но он тем самым живет во грехе. Либо человек ворует, да? И не зная закона, человек делает грех, не понимает этого. Но он уже лишен общения Божьего, он лишен этой святости. Без святости никто не увидит Господа. Вот почему так важно изучать, исследовать Писание, исследовать закон. Не для того, чтобы им оправдываться, еще раз скажу, а для того, чтобы с помощью его освящаться. С помощью Духа Святого, конечно, и с помощью наших усилий по нашему исправлению. Потому что у христиан здесь не алло. Они считают, что... Некоторые считают, что нам не надо прикладывать силы. Мы спасаемся только благодатью. Нам не нужен закон. Мы его выбросили. Друзья, это ересь, это обольщение. Бог не отменял свой закон. И нам закон нужен для освящения. Закон свидетельствует об Иисусе. А Иисус закон не нарушал. Так, читаем дальше. 9 стих. «И сделал умывальник из меди, подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход в скинию собрания. И сделал, 9 стих, сделал двор с полуденной стороны, к югу завес из кученого весона длиною во 100 локтей». То есть двор был весь огорожен вот этими льняными покрывалами, завесами. Они были белого цвета. И весон, да, весон. И этот белый цвет символизирует вот эти одежды праведности. Мы получаем праведность от Господа. Это дар. Дар праведности, когда принимаем Христа верой. Мы получаем прощение грехов и дар праведности. Бог таким образом нас освящает. Но наша задача хранить эти белые одежды, хранить эту праведность, освящаться. Конечно, мы падаем, праведник 7 раз упадет, да, и поднимется. Мы освящаемся, падаем, поднимаемся, Бог опять прощает нам наши грехи. Ибо кто говорит, что он без греха, тот лжец. Мы должны исследовать себя и находить в себе все более тонкие грехи, а толстые вообще грехи, большие, мы вообще должны выкинуть из своей жизни. Процесс освящения происходит таким образом, что Бог открывает нам наше прегрешение, когда мы обращаемся к Нему, и Он очищает нас. Один проповедник, недавно слушал его проповедь, говорит так: если мы пребываем во тьме, то у нас нет проблем. То есть мы не видим своих грехов. Но как только мы восходим к свету, у нас возникают проблемы. Потому что мы видим
свои, даже самые мелкие, при ярком свете, даже самые мелкие согрешения видны. Потому Бог нам сразу не открывается, что мы ужаснемся, сколько мы еще на нас всяких грехов есть. Бог постепенно выводит нас к свету. Вот постепенность. Поэтому так важно ежедневное, стабильное следование за Господом, потому что Бог нашего внутреннего человека формирует, очищает, освещает, исцеляет, да, вразумляет, научает. Так важно это делать. Итак, сделал двор с полуденной стороны к югу завеса из скрученного весона длиной его 100 локтей. Столбов для них 20 и подножий, и к ним 20 медных подножий. Крючки у столбов и связи их из серебра. На этих крючках висели вот эти завесы. И по северной стороне завесы во 100 локтей столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. 13 стих. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворота двора. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Для другой стороны, по обеим сторонам ворот двора, завесы в 15 локтей. То есть в восточной стене были ворота. И 15 метров было от одного угла до ворот, и 15 метров от другого угла до ворот. Все завесы во все стороны двора из скрученного весона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра, верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы. Завеса на воротах, отделяющая двор от внешнего вообще, отделяющая внешний двор от остального мира, скажем так. Завеса же для ворот двора узорчатой работы с голубой, пурпуровой, червленой шерсти из скрученного весона длиной 20 локтей. То есть ворота были длиной 10 метров, 20 локтей, вышиной в 5 локтей, 2,5 метра, по всему протяжению, подобно завесам двора. 19 стих. И столбов для них, для нее 4, для завес. И подножия к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии двора медные. Так, и дальше идет 21 стих. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Вот исчисление, мы дальше будем видеть исчисление, то есть все жертвы, которые, из которых была сделана скиния и двор, все это было принесено израильтянами, и все это было исчислено очень точно по бухгалтерии. И вот это тоже важный момент, потому что многие церкви, ну, может быть, не многие, но есть такие церкви, которые относятся к этому бухгалтерии, к пожертвованиям спустя рукава. Они собирают пожертвования, они не ведут учет.
это неправильно. И за счет этого возникает и воровство из церковной казны, и присвоение. Вот в церкви, где я был, вот пастор частенько путал свой собственный карман с карманом церкви. Присваивался, я своими глазами видел, как он запускал руку в церковную кассу и брал, вот, зачерпнет и ложил себе в карман. Нечестивый был пастор. Не должно быть так, друзья. Вот поэтому исчисление очень строгое должно быть. Под надзором Ифамара. Делал же все, что повелел Господь Моисею. Веселиил, мы говорили о нем. Этот человек был исполненный Богом духа премудрости, духа искусства, духа умения. Сын Урии, Веселиил, сын Урии, сын Ора из колена Иудина. А с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данного, резчик, искусный ткач, вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой или сонной ткани. Итак, всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. То есть на современные деньги это миллионы и миллионы долларов. Серебра же из исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление. От 20 лет и выше по полсикля человека, считая на сикль священный. То есть там подношения были двух видов. Золотые подношения были добровольный дар. Люди приносили свое золото. А серебро давали по полсикля каждый, как налог обязательно. По этим полсиклям, каждый приносил полсикля, совершалось исчисление, перепись, сколько было народа. И евреев по этой переписи было принесших 600, примерно 603 тысячи человек. Вот, 603 тысяч 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, то есть до 20 лет мы не считали, по полсиклю человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие, то есть на изготовление, выливали эти подножия святилища и подножия у завес. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие. Талант – это мера. Из 1775 сиклей сделал он крючки, у столбов покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов, 2000 и 2400 сиклей. Из нее сделал он подношение, ну, имеется в виду Моисей, вернее, те люди, которые занимались под руководством Моисея изготовлением. Из нее сделал он подножие для столбового входа в скинию свидетельства. Это еще скиния называется, скиния свидетельства. И жертвенник медный, и решетку меду для него, и все сосуды жертвенника. Из этой меди. И подножие для столбов всего двора, подножие для столбов ворот двора, и все колия скинии, и все колия вокруг двора. Вот так, друзья, на этом мы с вами закончили чтение 38 главы Исхода. Нам, чтобы закончить книгу Исход, еще надо прочитать
две главы, 39 и 40. Итак, коротко повторим. Внешний двор, который символизирует наше тело, нашу плоть, он содержал в себе, на нем находился шатер, шатер, символизирующий нашу душу и дух, состоял из двух отделений: святилище – это наша душа, и святой святых – наш дух, а двор внешний содержал в себе два предмета – это жертвенник для всесожжений и умывальник, которые мы сегодня, значение которых мы с вами разобрали. И мы приходим к Господу через внешний двор, где принимаем, приносим жертву, принимаем, вернее, жертву Христа. Бог прощает нам наши грехи. Потом мы умываемся Его Словом, очищаемся. Мы с вами сегодня читали Слово Божье. Очищались Словом. Потом мы заходим в святилище, где приносим поклонение наше на жертвенники для Фимиама. Потом мы входим в Дух, а в Духе ковчег Завета, над крышкой ковчега Завета пребывает Дух Святой. Мы встречаемся нашим Духом с Духом Святым. И таким образом мы освящаемся. Дух Святой нас освящает. Сначала наш дух, душа. Освященный дух освящает нашу душу, а наша освященная душа освящает тело. И так получается, что скиния – это есть путь святости. Сначала телесное, сначала душевное, потом духовное. Сначала так, как бы, двигается. На этом, друзья, мы с вами будем заканчивать сегодняшний эфир. Еще раз поздравляю вас с праздником. Заканчивается сегодня последний день Суккота. И праздник Симхат Тора, радость Торы. Заканчивается годовой цикл чтения Торы, начинается новый, по новой. Каждый год, за год евреи проходят всю Тору. Ну, имеется в виду Ветхий Завет, Тора, Писание и пророки. А для нас еще и Новый Завет, для новозаветных верующих. Хорошо, друзья, да благословит вас Бог. Спасибо Господу за этот прямой эфир. Спасибо вам за то, что вы смотрели его и освящались. Благослови вас Господь, и до новых встреч!